Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Меня зовут Тимофей Обухов. Это программа «Беседы с батюшкой». И сегодня у нас в гостях сразу два замечательных человека, два профессора, два доктора медицинских наук. Разрешите их представить. Доктор медицинских наук, профессор Уральского государственного медицинского университета Осипенко Артур Васильевич. Артур Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые телезрители. И доктор медицинских наук, профессор протоиерей Сергий Вагулкин. Батюшка, здравствуйте, благословите. Благословение Господне на вас. Сейчас во всем мире около 1 миллиарда 100 миллионов людей старше 60 лет. По сравнению с 1950 годом население Земли увеличилось в 3 раза, а количество пожилых людей в 5 раз. В России пожилых больше 40 миллионов человек. В Европе пожилых людей делят на 2 категории. Молодые, так называемый третий возраст, до 75 лет. И старые, четвертый возраст, старше 75 лет. Насколько я понимаю, у нас как раз вот два представителя этих категорий. Старый старик, простите, отец Сергий, кому за 75, да, но еще молодой. Артур Васильевич. Батюшка, ну, вам слово, наверное, предлагаю сказать. Ну что, старость, конечно, это какая-то старость, не радость, да? Но, с другой стороны, это такой же возраст, как все остальные. То есть просто человек, так сказать, вот переходит в определенную возрастную категорию. А как он живет, там это, вообще говоря, зависит больше от него, чем от внешних каких-то факторов. Ну вот вы знаете, я недавно совершенно видел совершенно замечательную картину. Да, я проезжал вечером поздним и видел закат вот за городом. В городе трудно увидеть закат. А вот закат за городом, такая красота, глаз не оторвешь. Да? А потом наступила ночь. И вот вы знаете, мне так повезло, стоит храм вот, на Балтыме, красивейший храм. Вот, и за ним огромная луна. Огромная луна. Просто половина храма занимает луна. И вот я подумал, что, наверное, Господь вот так показывает нам, что на закате жизни, на закате жизни, тоже может быть все очень красиво. Ну, а дальше вообще все прекрасно. Поэтому я думаю, что, конечно, это возраст неплохой. Неплохой для жизни, вот, и даже полезный человеку. Но о полезности мы поговорим. Хотя, конечно, конечно, стареть как-то вот не хочется. Не хочется стареть, не хочется, так сказать, вот терять физическую форму. Да? Ну, я так полагаю, что все-таки совсем не стареть нельзя. Вот. Мне кажется, что есть определенные какие-то механизмы, да, какие-то, так сказать, вот, да. Я их, конечно, знаю, но Артур Васильевич более глубоко этим занимался. Чем мы стареем? Почему, Артур Васильевич? Существует множество, конечно, причин, которые приводят к старению. Но самое главное – это генетически запрограммированный процесс, от которого уйти весьма проблематично и сложно. Вот. Старение неизбежно, так же, как рождение. Процесс. Это второй вопрос. Обратимо-необратимо, но неизбежно. Но неизбежно. Неизбежно. Вот. И ничего тут не поделаешь. Можно продлить возраст, можно немножко отсрочить старость. Старость и старение с точки зрения биологии и медицины немножко разные понятия. Вот. Что ж, если начать исторически так рассматривать, следует обратить внимание, что первобытный человек жил 20-30 лет. Современный человек живет даже у нас в России. Наше желание наших руководителей, чтобы 72-76 лет. Японцы 80-86 лет. Вот. Видите, какая разница? То есть прогресс в продолжительности жизни совершенно очевиден. Но есть и предел. В медицине и биологии есть золотое правило такое. Продолжительность роста организма млекопитающего, это и к любым млекопитающим, и к человеку относится, умноженная на коэффициент 5. Вот так эмпирически было установлено, что такой коэффициент работает. Следовательно, по всем параметрам предел жизни человека 125 лет.
То есть у нас еще есть большой резерв для того, чтобы достигнуть этого оптимального возраста. К сожалению, вот процесс старости развития быстрее происходит, чем старение. Старение подразумевает биологический аспект, когнитивный аспект и социальный аспект. Ну, пока вот на этом остановимся, чтобы потом был повод порассуждать, почему же стареет человек. Вы знаете, вот римский философ Сенека, он очень интересно говорил, что старость, она поражает тело. Это телесная компонента. А вот душа, она не зависит от вот этой телесной компоненты. Она живет какой-то своей жизнью, у нее свой возраст, свой возраст. И поэтому, так сказать, вот в принципе, возможно так, наверное, что, так сказать, тело стареет, но от этого никуда не денешься, да? Вот. А душа, душа, она не обязательно стареет, она может даже молодеть. Ну вот как это сделать, как это, так сказать, вот, да, прийти к этому? Извините, пожалуйста, получается, что душа бессмертна? Душа, конечно, бессмертна, тут даже без всякого, так сказать. Вот когда мы будем говорить о бессмертии, я непременно об этом скажу. Очень хорошо, извините, конечно, что я забегаю вперед. Вот. Вопрос очень интересный. Так вот, Сенека как раз считал, что, так сказать, вот только тело стареет. А душа, она просто обязана вести какую-то свою отдельную жизнь. Вот независимо от, так сказать, вот этого тела. Потому что, ну, понятно совершенно, что мы это, наверное, все-таки наш головной мозг прежде всего. Вот. Поэтому, конечно, тело уже, наверное, не может так активно, так сказать, вот участвовать в жизни, да, вот в силу просто, так сказать, вот тех элементов старения, которые в нем развиваются. А вот наш головной мозг, наше «я», наша личность, вот, она может развиваться, по сути дела, до самого конца. Поэтому, конечно, вот с одной стороны старение, да, идет неизбежно и в одну сторону, и можно там замедлить, но вернуть обратно ничего нельзя. А с другой стороны, душа – это совершенно, может быть, молодая у человека. Вот говорят, тут пожилой человек, да, а душа, смотрите, какая у него молодая. Вот такое даже выражение есть. Поэтому я думаю, что не все не так безнадежно. Не так безнадежно. Ну, потому что ведь когда мы говорим о старении, ведь это, ну, синоним разрушения, умирание организма, отмирание каких-то частей, клеток, ну, что-то такое. И, ну, дальше, если продолжать эту логическую цепочку, это вообще смерть, и, ну, это уныние. Ой, не только уныние, депрессия, депрессия. Ну, с точки зрения социального аспекта, старение – это, конечно, явление снижения духовной активности, снижение интереса к жизни, вот, снижение запросов у человека, которые показывают, что многие люди теряются, они не находят в себе точку приложения. Вот. И вот это пассивное существование на диване с телевизором в конечном итоге очень существенно укорачивает жизнь. Но это только социальный аспект. Это только социальный. Ну вот насчет духовного, конечно, вот тут, так сказать, духовное надо как-то отделить немножко. Все-таки, вы знаете, в советское время вот слово «духовное» вообще извратили совершенно. То есть это, знаете, считалось, так сказать, и какая-то и литература, и, так сказать, культура, и все это считалось духовностью. На самом деле, конечно, это не так. Духовность – это вера в Духа Святаго. Вот все. Вот если ты верующий человек, если ты человек, так сказать, вот религиозный, да, вот, ты можешь быть духовным. Все нормально здесь, все нормально. Вот. А все-таки надо разделить вот все остальное, вот это, да, и культура, и все, и, так сказать, да, это все-таки душевные все качества человека. Вот. А духовность, конечно, она напрямую связана с этим. Ну и понятно совершенно, что вот все-таки хотелось бы, да, вот так ты, Артур Васильевич, говорил, да, вот как-то затормозить, что-то, так сказать, вот сделать, как-то вмешаться в этот процесс. Ну хоть немножко, потому что у людей страшное желание к этому.
Конечно. Они же не столько думают о своей душе, сколько думают, так сказать, вот о своей телесности. Вот те же бабушки, да, вы знаете, как они заботятся о своей физической форме. Они, значит, с этими палочками, значит, норвежская ходьба, ходят по улицам, вот, мимо храма проходят, даже не перекрестятся, но идут. У них руки заняты, Сергей Евгеньевич. Вот это меня печалит, конечно, потому что... Пожилые бабушки... Понятно, что, так сказать, вот здесь вся их задумка – это как бы физически себя сохранить. Они посещают косметологические клиники и обращаются к косметологам, чтобы исправить некоторые дефекты их лица, предположим, тела даже. То есть вот некоторые в жизненном тонусе находятся. Ну, кстати, это вообще очень популярно, в нашей жизни, когда человек заботится о своей внешности, пытаясь сохранить ее, или, по крайней мере, сделать так, чтобы какое-то время не было изменений. А если изменения какие-то наступают, то их исправить. Отец Сергий, можно вам вопрос задать? Да, конечно. Меня все же интересует, как в бренном теле существует бессмертная душа? Вы говорите о тайнах Вселенной. Тайны Вселенной, они остаются тайными. Провокационный такой вопрос. Нет, нет. Это все, так сказать, все вполне нормально. То есть трехсоставность человеческого тела, она известна с глубоких времен. Вот. И понятно совершенно, так сказать, что, ну, а насчет души вообще, вот я, так сказать, всегда студентам говорю, так сказать, вопрос, да. Вот. Но бывает так, что у вас ничего не болит, а все-таки болит. Вот душа. Вот душа. Я говорю, да, конечно, бывает. Бывает, что вот ничего, никакой боли нету. Человек совершенно здоров. А душа болит. А что это такое душа? Если она болит, значит, она как минимум есть. Значит, есть чему болеть, вообще говоря. Вот. Поэтому, конечно, вот сомнений, я думаю, что тут никакого не может быть. Вот. И именно вот это противоречие между, так сказать, старением, например, тела, да, и жизнью души, оно как раз доказывает, что вот это, так сказать, такая самостоятельная субстанция, которая есть у каждого человека. Вот. Хорошо, тогда душа все же должна как-то влиять на тело. Конечно. И способствовать продлению его жизни. Безусловно, безусловно. Ну вот мы же знаем прекрасно, да, основные, так сказать, вот заболевания, которые сейчас есть, это психосоматика. Психосоматика. Сколько мы знаем уже случаев, когда, так сказать, вот, да, если человек, ну, та же онкология, это самый такой тяжелый пример психосоматики, да, вот, как человек относится к своему заболеванию, вот так оно и пойдет. Так и пойдет. То есть, если человек впадает, знаете, в такую, так сказать, вот, да, в депрессию, говорит, все, жизнь моя закончена, это страшное заболевание, я непременно умру, и очень скоро, так оно так и будет. Оно так и будет. Вот. А если человек говорит, ну что, ну, да, болею, наверное, умру, но у меня же есть еще время, я же еще могу. Я могу и это еще сделать, и это еще сделать. Понимаете, я так сказать, вот, и он начинает активно, он начинает пересматривать свою жизнь, он начинает вести ее активно. Он начинает, так сказать, вот, да, ее тратить не на пустяки, потому что понимает, что для пустяков уже времени нету. И болезнь останавливается, задерживается. Вот. Я думаю, что это вот как раз еще тот пример, когда, так сказать, вот действительно влияние души на человеческое тело. И я думаю, что старение, оно тоже, так сказать, наверное, зависит от психологии. Обязательно. Вот. Вы очень хорошо сказали про взаимоотношения. Это было достаточно известное направление теоретической медицины, психосоматическая концепция известного нашего ученого Зигмунда Фрейда, вот, который как раз трактовал все изменения с позиции, в общем-то, изменения инстинкта, взаимоотношения между отдельными отделами нервной системы. Но в советское время его критиковали, говорили, что это идеалистическое направление, идеализм, махровый идеализм. Читать нам Фрейда не давали, но критика в учебниках занимала очень большое место вместо реальных фактов. Вот. И как раз-таки даже в то время психоанализ, который он рекомендовал, допустим, трактовка снов, сновидений, у него такая шикарная книга есть, «Сны и сновидения»,
вот, как раз-таки позволяло раскрыть и помочь больных. И вот этот метод, он достаточно широко использовался у нас тогда, а сейчас тем более. Вот интересно, Артур Васильевич, а вот все-таки вот долгожители, знаете, вот на Кавказе, да, на Окинаве, вот Окинава уже считается островом долгожителей, там, 100, там 15 тысяч людей, переваривших за 100 лет. Вот. Вот все-таки в чем, так сказать, причина вот такого, да, вот чисто такая вот физиологическая, ну, научная, если скажем так. Пожалуйста, Сергей, отец Сергей, я могу ответить только не на все вопросы, которые вы задали, и не все о жизни долгожителей горных регионов. Действительно, там они живут значительно дольше. С чем это связано? Один момент связан с тем, что горный воздух, он разреженный воздух. Вот, там напряжение кислорода во вдыхаемом воздухе ниже, чем у нас. А вот такая гипоксия, которую мы называем гипоксической гипоксией, она стимулирует, повышает резистентность организма. Ну, за счет увеличения количества эритроцитов. У жителей горных регионов больше эритроцитов. Чтобы доставка кислорода, да, в организм. Чтобы обеспечить вот эту доставку. И, естественно, адаптивные механизмы у них находятся в более оптимальном режиме работы, что позволяет им прожить дольше. Плюс чистый воздух, хорошая вода и питание хорошее. Ну, и я думаю, что все долгожители, особенно кавказских наших долгожителей, они все же не злоупотребляют алкоголем и, как правило, не курят. Ну вот интересно, да? Выходит, значит, в наших городах вообще люди должны жить очень долго, потому что у нас-то кислорода тут вообще нет. Понимаете, в основном, так сказать, вот всякие выхлопы и прочее. То есть в городах люди живут как раз в тех самых условиях гипоксии. А чего же они тогда, так сказать, вот недолго так живут, отец, как долгожители? Вы забываете составляющие этой гипоксии в городах. Это же выхлопные газы автомобилей, выхлопы промышленных предприятий, которые сами по себе безумно вредны. В свое время все мы застали эпоху, когда автомобили заправлялись этилированным бензином. Тетраэтилсвинец добавляли, чтобы якобы не произошел взрыв, преждевременный взрыв паров бензина в этих камерах сгорания. Тетраэтилсвинец – это разновидность канцерогенного вещества. Сейчас мы не используем добавку такую. Вот, пожалуйста, это только один факт. То есть это вот канцерогенное вещество? Экология, да. Экология, конечно, принципиально. У меня один был пример, но, к сожалению, я не могу тут картинку изобразить, я словесно опишу. Исторический пример с развитием промышленности в Японии и ростом производительности, то есть производства черных металлов и прочее, то есть тяжелой промышленности, как мы говорим. Начало этого исследования экологического было заложено где-то в районе 50-х годов, когда они восстановили тяжелую промышленность частично. И начали замечать, что продолжительность жизни в то время была около 50 лет за счет войны и прочих вещей. Она незначительно росла и отставала от продолжительности жизни высокоразвитых стран. И они пошли по такому пути, стали выносить заводы, вырабатывающие вот эту всякую гадость, за территорию Японии. В страны, там, сателлиты, там, в Китае, там, в Корею, куда-то. Другие территории. Другие. И что произошло? Где-то в районе, допустим, между 60-м и началом 70-х лет произошло пересечение вот этих кривых. Двух кривых. Это был примерно возраст японцев 65 лет. При этом возраст шел вверх. А потом возраст шел вверх, а загрязнения шли вниз. И в результате мы имеем то, что японцы живут значительно дольше, чем многие жители в среднем в других странах мира. Вот это такой характерный. Они живут еще ведь, так сказать, вот надо сказать, да?
они живут такой своеобразной жизнью. Вот описано как раз вот эти столетние, значит, и 110-летние, значит, вот эти жители Окинавы. Вот, и очень интересная такая картинка, когда еще темно, еще солнце еще не встало, а на пляже уже какие-то тени, и что-то такое делают руками и ногами. И когда солнце всходит, оказывается, что вот эти, так сказать, вот столетние старцы, да, они там занимаются утренней гимнастикой. То есть активность, она, конечно, так сказать, один из факторов долгожительства. Конечно. Один из факторов. Поэтому понятно совершенно, что, так сказать, вот нашим пожилым, ну, надо это взять все на вооружение. Вот, это понятно совершенно. И питание определенное, да, конечно. Конечно, там рыбопродукты, морепродукты. Понятно. Ну, у нас... С большим содержанием йода мы такое не имеем. Ну, все, что мы получаем... У нас есть овощи, фрукты, у нас есть ягоды, кстати. Вот ягоды, мало народ этим пользуется, да, ведь это антиоксиданты, так называемые. Да? Это клюква, это брусника, это квашеная капуста. То есть это, вообще говоря, вот наша еда. Поэтому, конечно, так сказать, вот так добавлять это в свою пищу для пожилого человека – это очень хорошо. Ну и, конечно, пожилому человеку нельзя оставлять свою, так сказать, вот, да, творческую деятельность. Нельзя. Потому что, ну, действительно, сидение, так сказать, вот так, проведение вот такое, так сказать, малоподвижный образ жизни, он ни к чему хорошему никогда не приводил и не приводит. Поэтому человек должен сохранять активность столько, сколько он может. Конечно. Сколько может. Вот. Причем это не обязательно там бегать куда-то или так далее. Конечно. Да? Но прежде всего он должен, так сказать, вот не оставлять свое развитие. Потому что, ну, вот знаете, сейчас печально, конечно, очень печально. Вот я смотрю на своих студентов. Да, я говорю, а вот когда наступит у вас старость, они ха-ха-ха-ха, я говорю, да не, подождите. Очень быстро. Время быстро идет, время быстро идет. Вы чем будете заниматься? Не знаем. Я говорю, как не знаете? Вот у вас даже сейчас уже, да, по сути дела, нету никакого занятия, да, которое бы могло, так сказать, вот, ну, быть на всю жизнь, вот так скажем, да, или на большой какой-то промежуток жизни. Вот. Я говорю, как же вы будете там? Ведь пожилому человеку без этого никак нельзя. То есть у него обязательно должно быть занятие. Занятие. Конечно. Другое дело, что занятия разные могут быть. Вот. Это может быть, так сказать, вот известный же тот же Тициан, например, да, Микеланджело. Они вообще творили до глубочайшей старости, то есть до 80, до 90 лет. Понимаете? Вообще долгожителей вот таких вот, которые, так сказать, вот творческий потенциал свой сохранили, очень много в истории. Поэтому они, может быть, и жили столько, что они, так сказать, вот действительно сохранили. Ну, кстати, известен еще один, так сказать, вот очень интересный момент. Образование. Образование, оказывается, да, оно принципиальным образом влияет на продолжительность жизни. То есть профессор живет, нет, доцент где-то на 10 лет лучше живет, профессор на 20 лет, академик на 30 лет. Да-да-да-да-да. Васильевич, ваш яркий пример, который перед вами. Мы оба уже 75-летнего возраста и оба работаем, активно работаем. Я веду столько групп, сколько я вел только... тогда, когда начинал свою преподавательскую карьеру. У меня было 9 групп, сейчас у меня 8 групп. Плюс лекция. Да. Поэтому, видите, я в жизненном тонусе. Слава Богу, находите силы еще к нам приходить после лекции. Это я с большим удовольствием прихожу. Я, например, не устаю учиться, потому что столько нового появляется, столько информации, как это за этим всем не следить. Это же все так интересно, вообще говоря. Да? И я, конечно, своим студентам тоже несу, так сказать, вот самое-самое. Я узнаю и тут же, так сказать, вот это все им выкладываю. Ну, проверенные, конечно, сведения. Не то, что какую-нибудь там ерунду, да? А именно проверенные сведения. Отец, поэтому, Сергей, конечно, это очень интересно. У меня 300 теорий старения есть. Если по одной минуте я буду про каждую рассказывать, мне нужно будет 5 часов. Извините, что я вас перебил. Позвольте, я все же несколько слов скажу о теориях, которые, в общем-то, приводят к старению. Я недаром эту цифру назвал. Чем больше теорий, тем меньше мы знаем, понимаем. Это прямо касается и старения, это непосредственно касается и развития опухолевого процесса в организме. Мы не можем конкретно сказать, что вот это старение или вот эта опухоль развивается, потому что вот такие-то процессы в ней происходят. Если бы была одна теория опухолевого роста, мы бы успешно лечили ее.
понимаете? Но поскольку их много и механизмы разные, точно так же и в старении. Я позволю себе о нескольких только концепциях остановиться на нескольких. Одна из первых теорий, отечественных в первую очередь, конечно, я же патриот российской науки, это была концепция Илья Ильича Мечникова, который считал, что старение организма происходит в результате того, что в нашем кишечнике происходят процессы распада, разложения, переваривания, но продукты-то жизнедеятельности остаются, они всасываются и вызывают интоксикацию. И для того, чтобы предотвратить этот процесс, великий ученый предложил простой, невероятно способ. Это трехдневная простокваша. Угу. Вот, она нормализует все процессы пищеварения, способствует выведению токсических продуктов, там индолы, скотолы там, и прочих, и тем самым создает оптимальные условия для продления жизни. Сам он тоже пользовался таким способом, но, к сожалению, он не дожил, как профессор и лауреат Нобелевской премии на 30 лет дольше, как вы тут анонсировали. Вот. Правда, он получил Нобелевскую премию за исследование в области иммунитета вместе с известным французским ученым Паолем Эрлихом. Это 1908 год, представляете? Мы отметили 112 лет со дня присуждение последней Нобелевской премии отечественным ученым, медикам и биологам. Ну, такова Селяви. Еще одного ученого, выдающийся ученый Александр Александрович Богомолец, много сделавший в развитии нашей отечественной науки, один из основателей Академии медицинских наук, которая была основана на грани между 1945 годом и началом 1946 года, когда страна была в разрухе. Вот он был одним из родоначальников. И вместе с тем он был организатором первого в стране института геронтологии в городе Киеве. Ну и еще эпизод. Он был удостоен звания Героя социалистического труда вот в это же время. Представляете, когда теоретику ученому такое звание присваивалось, значит, все же ценили его. Он считал, что старение организма происходит в результате того, что нарушается функция нашей основной защитной системы, ретикулоэндотелиальной системы, тесным образом связанной с соединительной тканью. А, вот. Переводим на русский язык. Ретикулоэндотелиальная система – это основная защитная система, в которую входит, в том числе и иммунная. Это система мононуклеарных фагоцитов, те клетки, которые защищают, борются с ним. И он тут тесно связал эти нарушения двух систем со старением организма. И попытался даже создать специальную сыворотку, которая называется так, антиретикулоэндотелиальная цитотоксическая сыворотка. С ума сойти. Что он помогает? Считал, что если в малых дозах эту сыворотку вводить, то активируется деятельность этих двух систем, и у человека меньше развивается опухоли. В организме. Получилось или не получилось? Ну, к сожалению, не получилось. А дело в том, как что... не получилось? Ну, не получилось. Но концепция осталась, и вот эту ретикулоэндотелиальную сыворотку долгое время использовали как средство тканевой терапии в медицине. Эффективно оказалась она. Но вот подход был такой. Ну, сейчас-то продолжаются эти исследования какие-то? Продолжаются, конечно, но Я слышал, у нас здесь лаборатория какая-то есть, да? Подождите, Сергей Евгеньевич, до лаборатории дойдем. Конечно, у нас тогда в Советском Союзе и продолжается в России очень большое внимание уделялось различным аспектам метаболических нарушений, которые развиваются в организме, обменных нарушений. Вот. Это ученые Дильман, Фролькис и ряд других, которые занимались этим весьма успешно.
В настоящее время этой проблемой занимаются школы академика Скулачева. Сначала отец, потом сын. Ну, они, несмотря на то, что вот такие долгие годы занимаются, но, к сожалению, реальных достижений не получилось. Это проблема. Это я и понимаю. Есть в этом проблема, что не все так и легко хочется, дается. Хочется. Сейчас я объясню получить. Еще одну теорию. Ну, тот же Скулачев, он создал несколько препаратов, вроде патенты получил на них, типа глазных капель, в основе которых лежит действие янтарной кислоты. Это основной фермент, который обеспечивает нашу биоэнергетику. То есть синтез АТФ происходит именно за счет включения янтарной кислоты, глютаминовой кислоты, или так называемый цикл трикарбоновых кислот. Но пока так. Одна из последних концепций, которая мне очень импонирует, связана, пожалуй, с изменением активности теломеров. Теломеры – это концевые фрагменты молекулы ДНК хромосом. Ну, хромосомы, и ДНК. Это хромосомы. Это что-то еще знакомое. Да, это знакомое. В учебниках биологии слышал. Конечно, конечно. Ну, у нас там, допустим, X-хромосома, Y-хромосома, она определяет, кто будет мальчиком. Вот это хвостики от хромосомы, которые должны уменьшаться. Хвостики конечные. С каждым делением величина вот этого хвостика уменьшается. Меньше, меньше. Меньше и меньше. И в конечном итоге она исчезает. Следовательно, клетка перестает делиться. И обновляться. А, соответственно, и обновляться. И один из ученых крупных тоже давно установил, что есть предел такой митотической активности. Это предел Хайфлика. То есть каждая клетка может выполнить 50 делений. И все. Кончились у них теломеры. Но в 2009 году был открыт, ну, понятно, что раньше этой Нобелевскую премию двум ученым присудили, открыт такой фермент, как теломераза. Ой, это ужасно. Теломераза, которая восстанавливает... Выращивает обратно? Да. Вот эти теломеры. Удивительное дело. Вот. Сейчас предпринимаются попытки на основе вот этой теломеразы создать препараты. Препараты старения, омоложения, ну, они, понимаете, или бессмертия. Они тут взаимосвязаны. Взаимосвязаны. Вот есть такой препарат Астрогала. Вот он как раз таким свойством обладает. Американцы вроде изобрели какой-то препарат. Я думаю, что на основе этого же примерно. Но они сразу засекретили его. Сразу засекретили, и он безумно дорогой. Курс лечения, то, что нас информировали корреспонденты, которые занимались этим вопросом, поэтому достоверность тут вызывает сомнение. Около миллиона долларов стоит курс лечения. Это ужасно. Это ужасно, конечно. Все, я больше не буду теорию рассказывать. Это все очень интересно, потому что, знаете как, я только понял одно. То есть нам ничего не грозит. То есть нам не грозит укорочение старости, да. Нам не грозит в настоящее время. Да? Результатов каких-то реальных результатов нет. Вот. Но, может быть, будут. Может быть, там продлим и жизнь там, на несколько, там, я не знаю, на год, на два, на три, так сказать, кому как повезет. Вот. Но мне кажется, что дело-то не в этом. Мне кажется, что, так сказать, вот как-то зацикливаться на этом, да, по-моему, не стоит. По-моему, не стоит, потому что, ну, вот давно понятно совершенно, что ведь важна не так продолжительность жизни, сколько качество этой жизни. Конечно. Вот как человек живет, да, вот так оно. Вот некоторые люди живут недолго, но это такая яркая жизнь, да, это такая, так сказать, вот, да, такой взлет, такой, так сказать, вот, да, который мы до сих пор, так сказать, вот помним. А некоторые люди живут долго, а потом вспомнить-то и нечего. Поэтому, конечно, вот зная о том, что, так сказать, вот, ну, нам никуда не уйти от этого момента, ни третье, ни четвертое, так сказать, вот, да, ни третий, ни четвертый возраст нам не избежать, видимо. Вот. Я думаю, что надо все-таки подумать именно над тем, как правильно его прожить. Как правильно его прожить. Вот понятно совершенно, что один талант мы точно закопали. Вот как
евангельская притча, да, вот этот закопанный талант, это талант веры. Настолько мы стали неверующими, настолько стали мы забывать о том, что было, вообще говоря, в Святой Руси, вот, что понятно совершенно, что вот жизнь вот так, да, вот без веры, да, она жизнь в достаточной степени бессмысленная. Потому что, ну, ради чего жить? Ради смерти? Ну, это просто, так сказать, вот как-то нонсенс совершенный. Это даже неприлично как-то об этом говорить. Жизнь ради смерти. Родился, чтобы умереть. Да, родился, чтобы умереть. То есть это вот так. К великому сожалению, воспитание, оно сейчас не дает нам вот этой возможности, да, вот, обрести вот то исходное состояние. Потому что ведь каждая душа, она при рождении христианка. Она об этом забывает. И вот этот талант веры, он закапывается. Еще родителями еще закапывается. Под их влиянием. И потом, так сказать, вот сейчас уже наступает, да, время, вообще-то говоря, уже не физической какой-то активности, да, а подумать о душе уже пора. Уже о душе пора. И вдруг оказывается, что нету таланта-то этого. Нету веры. Поэтому, конечно, пока человек еще не потерялся совсем, вот пока он еще, так сказать, да, еще что-то может, молиться может человек совершенно беспомощный. Совершенно беспомощный, да, вот, принимать, так сказать, исповедоваться, да, принять, так сказать, вот, причастие, вот, собороваться, может человек в любом состоянии, по сути дела, пока он еще, так сказать, вот, да, в себе, так скажем, да, в себе. Ну, я думаю, что у многих еще и не наступил этот момент, поэтому они еще могут что-то очень полезное сделать для нас с вами. Вот посмотрите, вот идут, так сказать, крестные ходы. Кто идет на крестный ход? Старушки, старички, средний возраст, да? Молодежи не так много, прямо скажем, не так много. Так вот, пока, так сказать, вот эта старость, она еще не сломила нас совсем, так скажем, да, уже до последней степени, вот, надо успевать откопать этот талант. Причем надо не просто его откопать, да, и просто вот, так сказать, вот, да, сказать, ой, я верую, все вот, да, а надо его умножать. Потому что помните, как сказал Господь наш, да, как-то один талант ему принес раб. Он сказал, подлый раб, ты его не умножил, этот талант. Поэтому понятно совершенно, что пока у нас есть время, надо этот талант умножать. Надо оказывать помощь другим людям. Надо общаться с теми, кому хуже. Вот сейчас есть очень хорошее такое направление, да, серебряное волонтерство называется. Мы знаем, волонтеры, там, молодежь, так сказать, вот она, так сказать, там, этим помогает, этику. Серебряное волонтерство – это те же волонтеры, но только пожилого возраста. Пожилого возраста. Вот. И они находят в себе силы, да, посещать больных. Ведь тут еще какой интересный момент-то есть. Ну, вот представьте себе пожилого человека, которого, так сказать, вот, да, которому хочется поговорить о жизни, которому хочется, так сказать, вот, ну, чтобы с ним как-то вот побеседовали о прошлом, да, вспомнили. Вот представьте себе, приходит такой молодой волонтер, который вообще жизни-то еще пока не знает, да. О чем им говорить? Это разные, совершенно вот, разные, да, разные поколения. Им трудно общаться друг с другом. И представьте себе, придет, так сказать, вот такой волонтер примерно такого же возраста. У них столько общего, у них есть о чем поговорить, у них есть о чем вспомнить. Понимаете как? Это, конечно, очень хорошо. Вот это уже поддержка будет вот этим людям, это первое. Но потом, вот я сейчас смотрю на сестер милосердия, которых мы готовим. Там ведь много... Уже много людей пожилого возраста. И это очень хорошо. Вот еще одно направление. Этих направлений может быть очень много. Вот сейчас, предположим, так сказать, детская лепта. То есть детишки собираются, вот как это было еще до революции, вот, у Елизаветы Федоровны, они собираются и готовят, так сказать, подарки какие-то, да, что-то вяжут, что-то шьют, что-то, так сказать, вот, да, для бедных людей, для бедных детей. Вот. А почему, так сказать, вот не собраться пожилым и сделать вот такой же, так сказать, лепту свою вложить? Угу. Ведь бабушки многие вяжут, да? Научи соседку, научи знакомую, научи это. И свяжите носочки, предположим, для детишек в детском доме. О, это уже это будет лепта. Лепта людей пожилых. Поэтому я думаю, что Сергей, извините, все это интересно. Отклонились немножко от да ладно. Темы. Как это? Вот, вы ушли в
такую вещь, очень интересная вещь. Ну. И вот, на мой взгляд, вы сказали, что действительно у нас закопана вера. Mm-hmm. Да, согласен. Но мне это кажется, это последствия нашей советской идеологии. Конечно, конечно. Которая за 70 лет существования советского строя, она стремилась ликвидировать вот эту веру. И она успешно справилась с ней. С этого времени прошло уже 30 лет. Подождите, пора ли? Кто воспитывает детей? А ну, вот, если вот в таком плане рассматривать, то последствия этого, я думаю, что еще требуется как минимум 3 поколения, чтобы ликвидировать вот такое отношение было. Ну, я не так пессимистичен. Ну, я понимаю, что вы... Но да, я на основании, нет, опять же... Теории старения. Теории старения, да. Я понимаю, что тут можно много говорить. Я на одном моменте остановлюсь. Всегда возникает вопрос. А можно как-то оценить состояние человека, в каком он находится? Какие перспективы жизни и старения существуют? Оказывается, можно. Есть такая методика определения биологического возраста человека. Есть паспортный возраст, что тебе написано в паспорте, а есть биологический. На основании анализа таких непростых достаточно вещей, величины артериального давления, частоты пульса, температуры, все это обрабатывается математически, и из этого получаются определенные константы, так называемый биологический возраст. Самое хорошее, когда биологический возраст совпадает с паспортным. У нас в госпитале ветеранов всех войн лет 30 тому назад была организована лаборатория геронтологии и гериатрии. Большое участие в ее организации принял тогда начальник госпиталя Семен Исаакович Спектр, он помогал. И заведующий нашей кафедрой, одновременно он тогда был ректором медицинской академии, Анатолий Петрович Ястребов. Они организовали такую лабораторию геронтологии и гериатрии и проводили исследования. Исследовали главным образом ветеранов афганской войны. И что интересно, неожиданно совершенно, оказалось, что биологический возраст ветеранов войны был старше паспортного на 25-30 лет. Да вы что? Да, да, совершенно вот это реальные цифры. Вот вам связь состояния нервной системы, война. Война, непонятно за какие интересы. Эмоциональных Эмоционально, конечно. Это привело к тому, что люди старели. Как бы. То есть при том, что человек 30-35 лет, его состояние организма может быть 70-летнего. Конечно. Поэтому среди вот этих ветеранов войн, конечно, и злоупотребление и алкоголем, и наркотиками, и курением, это прерогативы. Их даже особо и не ограничивали, честно говоря. Но вот такие вещи были сделаны, доказаны. Очень интересные сведения. То есть, ну, а есть обратная зависимость, что человек при 70 лет может быть моложе своего паспортного возраста? Может. Если исходя из того, что мы этими же параметрами оцениваем его биологический возраст. Можно сделать. Знаете, что пользовали в госпитале для этой цели? Физиотерапию. Очень помогала физиотерапия. Разнообразные приемы физиотерапевтического воздействия. Уважаемый профессор. Я сейчас только одно могу слово сказать, да, одно слово буквально. У меня много друзей афганцев, вот, в Краснотурьинске и в Екатеринбурге. Ну, я, так сказать, сейчас с ними очень тесно общаюсь. Вот, это очень нужные люди, это знающие, это хорошие офицеры, это те, кто воспитывает сейчас молодежь. Вот на своем боевом, можно сказать, опыте. Поэтому, конечно, вот мне кажется так. То есть не умирай, пока живешь. Вот если ты сохранил вот это состояние свое душевное, вот такое, так сказать, здоровое, крепкое, да, если ты работаешь над собой прежде всего, да, я думаю, что старость, она не так страшна.
Вот. Я думаю, что здесь этот возраст можно пройти очень, так сказать, с большой пользой для себя и для общества. Сергей Евгеньевич, скажите, пожалуйста, как же обстоят у нас дела с теми сведениями, которые говорят о том, что, предположим, Ной прожил 961 год, Адам что-то более 600 лет. Вот как вы к этому относитесь, то есть к проблеме бессмертия? Ну, я так думаю, что бессмертие у нас есть. Безусловно, совершенно, да, это бессмертие нашей души. А вот в каком она состоянии будет жить дальше, вот это зависит уже от нас. Ну, а сколько нам отпущено? Кому 900 лет, кому 100 лет, кому, так сказать, вот поменьше лет, да, это уже от нас не зависит. Поэтому я думаю, что тут самое главное, это нам достойно перейти вот туда, где вот та огромная луна на фоне храма. Вот это необыкновенная красота. Да, после достойного и красивого заката, чтобы, знаете, не было такого, знаете, как это, кстати, вот луна, как бледное пятно, да, вот чтобы этого не было, вот чтобы было так, как Господь нам указывает, вот такой закат и такой восход луны. Спасибо большое, отец Сергий. Спасибо большое, Артур Васильевич, вам за эту беседу. Я понимаю, что для двух профессоров 50 минут эфира – это очень мало. Да? Это даже не полноценная лекция, а тем более для одного. А нас, вас двое здесь сегодня в студии. Только разогрелись. Только разогрелись, да. И есть еще о чем поговорить. Поэтому предлагаю, будет настроение, сложится. Дай Бог, мы с вами еще встретимся, либо продолжим, либо просмотрим с какой-то другой стороны, может быть, другую тему. Отец Сергий, всегда да, вас ждем. Артур Васильевич, спасибо вам большое. Спасибо также большое за наши двери открыты. Пообщаться. Спасибо огромное. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Оставайтесь на Первом народном православном.